Музей в чемодане – так называется передвижная выставка экспонатов, с которой сотрудники Белоярского этнокультурного центра побывали в Полноватской школе. Экспозиция посвящена играм и игрушкам народа Ханты. Они не только развлекают детей, но и учат взрослой жизни. В семьях народов Ханты девочки играли тряпичными куклами, которые делали из разных материалов – меха, ткани и кожи. Также полноватцы увидели головоломки и куклы из клюва, водоплавающие птицы и погремушки из беличьих хвостов и гортани птиц. Музей в чемодане уникален тем, что все экспонаты можно потрогать руками, некоторые даже испробовать на практике.